Чрезвычайная ситуация сложилась в Красноярске. Представитель известной компании Вилави объявил о том, что их продукт Айга-8 не только продлевает молодость, но и дарит бессмертие. Чудо-концентрат или оккультный напиток огромной древней секты узнаем прямо сейчас в офисе компании в Красноярске. Сибирская сага, это таежный бизнес, это наша общая миссия. Мы никогда не спим и вы проснитесь. Хочешь знать, почему мы хорошо так сохранились? Удивись, Тайга 8 продлевает нашу жизнь. Запах свежих жертв, запах крупных бабок не дает на протяжении долгих лет мне выпасть за борт. За месяц заработал столько же, сколько ты за год. Если хочешь стать одним из нас, приходи в зону. А мы продолжаем наше скандальное расследование. А вот и представитель Вилави. Скажите, это правда, что вы имеете отношение к сектам и потусторонним силам? Каким потусторонним силам? РЕН-ТВ, ну вы задолбали. Какая секта, а? Вы еще скажите, что мы порошком для похудения торгуем. Это дистрибьюторы. Спасибо. Нас не остановить, мы из недр тайги, вечная молодость. Мы хозяева судьбы, присоединись к нам. Или в ужасе беги, мы страшнее вируса, мы дети Вилави. Жажда власти и денег издревле правит людьми. То, что бесконечно, то кострами не спалить. Не утонем в океане и не станем жертвами. Хвойный привкус на губах, энергия в нашей крови. Культ успеха, клан здоровья, орден красоты. Ты боялся раньше нас, но теперь такой, как мы. Тайга 8, твоя страсть, скоро втянем остальных. Тысячи уже с нами, миллионы на пути. Мы провели расследование и выяснили, что компания Вилави никакая не секта, а отличная сетевая компания, которая продает полезный продукт. Я все правильно сказала? Да, детка. Дети мои, о нашем брате было странное мнение. Мол, сетевик не профессия, мол, сетевой это злая империя. Критики так и лежат на диванах, работа на дядю милее. К черту стереотипы, все пережитки старого мнения. Словно густая чаща тайги, руки поднимем выше прямее. Нас называют секта, пускай так мы становимся только сильнее. Руки в воздух, Вилави, гоу, Вилави, гоу, Вилави, нас не остановить.